предлагаем вашему вниманию сводку от службы 112 о прошедшем циклоне. Из-за сильных снегопадов в Хабаровском крае был введен режим ЧС в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевском, Хабаровском, Комсомольском и Амурском районах. С 1 по 3 декабря проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Амурского муниципального района и 2 заседания оперативного штаба. С 18 часов 1 и 2 декабря произошел сбой в работе внутреннего и междугороднего пассажирского автотранспорта, связанный с сильными снежными заносами. Не вышли на линию автобусы всех маршрутов. 1 декабря на участке автодороги Амурск-Мылки между 7 и 12 километром попали в снежный занос 86 автомобилей, 7 рейсовых автобусов, 68 легковых автомобилей, 11 грузовых автомобилей. Все автомобили высвобождены из снежного заноса 2 декабря. На месте работали 3 бульдозера ТЭЦ-1, общество с ограниченной ответственностью «Пирамида», Подолинское лесное хозяйство, 2 погрузчика, 1 грейдер, общество с ограниченной ответственностью «Дорожник», 1 тягач МУП ПТПА, поисково-спасательный отряд района 10 человек, 2 пожарных автомобиля пожарной части 23, 8-го отряда Федеральной противопожарной службы 11 человек, 1 пожарный автомобиль пожарной части 23, 2-го отряда противопожарной службы 4 человека, 1 автомобиль ГИБДД 2 человека.